я молился о том, чтобы Господь показал нам, показал, что Он думает вообще о нас, о церкви и о будущем. В Писании написано, что мудрый знает время и устав. Написано, что были сыновья Иссахаровы, которые знали, что делать и как делать. Я понимаю, что мудрость разными путями приобретается. Люди говорят о том, что мудрость – это количество накопленных ошибок. Чем больше ты ошибаешься, тем больше шанс, что ты приобретешь мудрость. Я встретил другое высказывание. Говорят, у седины мудрость, а кто-то говорит, да, но бывает так, что приходит седина, но без мудрости. Так что и ошибки могут быть, и их количество может быть очень большое, и может не хватать мудрости. Что такое мудрость? Мудрость – это понимание того, каким образом тебе нужно делать, и что делать, и что не нужно делать. Мудрость – это когда ты делаешь все самым лучшим образом, и ты делаешь оптимально. Но бывает в жизни, встречаешь человека, который совсем еще, ну, по годам молодой, ему может быть около 30 лет, но когда ты слушаешь его и смотришь на его поступки и на его жизнь, то удивляешься, потому что ты видишь на нем мудрость, отпечаток мудрости. Вы помните, в Библии сказано о том, что был царь. Он был совсем еще молодым, когда царица Савская, другая, пришла к нему для того, чтобы посмотреть на то, каким образом он правит. Она была такой же царицей, как и он. Она имела такую же самую власть в своем государстве, как и он. И у нее было столько загадок и столько вопросов, которые она хотела задать ему с подковыркой, чтобы его поймать и уловить. И она пробыла у него около 6 месяцев. И написано, что не было ни одного вопроса, ни одной загадки, на которую Соломон не мог бы ответить. Но то, что ее впечатлило больше всего, это то, как было все устроено в этом царстве. Там были также слуги, были люди, которые работали, и были разные люди во дворце этого человека. И когда она видела, каким образом они заходят и выходят, каким образом они общаются и какая атмосфера царит, это был отпечаток небес. Это поразило ее настолько сильно, потому что у нее все было по-другому. Вроде так же, но не так. Почему? Там была печать на Соломоне Божьей мудрости. Конечно, нужно сказать, что эту мудрость он получал с детства от отца своего, Давида, который уже понимал, что это человек, которого Бог дал ему, который поведет Израиль дальше, и воспитывал его в мудрости. Когда вы читаете книгу «Притч», это книга, которую отец передал, или это мудрость, которую отец передал своему сыну, то он говорит там в одном месте, когда будешь сидеть с царями, он не говорит, что если ты когда-нибудь по какой-то случайности окажешься в окружении царей. Нет, он с детства смотрел на него глазами веры. И он говорил, ты, когда вырастешь и сядешь с царями, когда будешь сидеть с царями, веди себя таким образом. Как важно, чтобы ты знал, что есть кто-то, кто верит в тебя. Может быть, ты никогда не призван сидеть с земными царями. Пожалуй, и я не призван сидеть с президентами. Но я хочу сказать, что есть Небесный Отец, который верит в тебя и который говорит, когда ты будешь тем, кем я вижу тебя, тогда веди себя таким образом. У Бога есть план для каждого из нас. Итак, мы говорим о мудрости. И я хочу сказать, что я говорю о мудрости с той целью, чтобы показать, что нам необходима мудрость. Сегодня, в наши дни, в которые мы живем, без мудрости можно сделать столько глупых решений. Без мудрости можно оказаться в долгах. Без мудрости можно потерять своих детей. Без мудрости можно в конечном счете сидеть в глубоком унынии, не зная, что делать и как вести себя. Церковь Божия нуждается ничуть не меньше в премудрости Божией. Церковь Божия нуждается в водительстве от Святого Духа. И Иисус не просто создал церковь, которую врата не одолеют, и сказал, живите на земле, я вам буду помогать, если вам будет совсем трудно, я с небес вам дам там благодать, я помогу вам. Он сказал, я глава церкви. Глава – это главный координационный центр всей личности. Он сказал, я знаю, куда я вас веду. Я буду говорить с вами, и я поведу вас туда, куда я знаю, куда я хочу вас повести.
Итак, церковь нуждается в водительстве Божьем. У меня есть три слова, которые, я верю, пришло от Духа Святого для нашей церкви в этом сезоне. И я кратенько хочу вам сказать о них. И потом еще есть четыре слова, которые совсем кратенько хочу тоже сказать об этом. Итак, три слова. Первое из них. Я глубоко верю, что наше призвание в будущие годы будет сконцентрировано на том, чтобы открыть людям истинную природу и сущность нашего Небесного Отца. Я хочу чуть-чуть остановиться на этом, чтобы показать, что на протяжении столетий, на протяжении веков люди имели неправильное понимание и представление о Боге. Я еще раз повторю это. На протяжении веков у людей было неправильное представление о Боге. Вы скажете, на каком основании ты говоришь об этом? На основании того, что я понимаю сейчас, о чем говорит Священное Писание. Итак, в Старом Завете мы видим, что Дух Божий, который сходил на царей, пророков и священников и давал им необыкновенную силу и помазание, нередко эти цари, пророки и священники использовали присутствие Божие не в соответствии с Божьим характером и с Божьей природой. Я приведу вам только несколько примеров. Вы помните, однажды один царь послал 50 человек, имя этого царя было Ахозия, он заболел, и он послал вообще-то к каким-то другим там гадателям, чтобы они пошли и узнали, будет ли он жить или нет. И по пути встретил этих 50 человек пророк Божий Илия, и закончилось это все тем, что 50 человек погибли, потому что Илия сказал: если я человек Божий, то пусть огонь не спадет с неба и пожрет вас. Царь послал других 50, и эти 50, подойдя к горе, на которой был пророк, и воззвав к нему, тоже погибли от огня, который был низведен с небес пророком Божиим. И когда пришел третий пятидесяток, то они уже умоляли его и говорили: послушай, человек Божий, послушай, что это за проявление? В другом месте мы читаем, что вышли медведицы и растерзали детей. Тогда, когда другой человек Божий услышал, как дети насмехались над ним и говорили ему вслед: «Иди, плешивый, иди, плешивый», и в результате сила Божия, которая была на этом человеке, была таким образом проявлена, что эти дети были умертвлены двумя медведицами, которые вышли из леса, потому что человек Божий оглянулся и проклял их именем Господним. Я не знаю, как вы, но я лично содрогаюсь при мысли о том, что Бог в один момент просто огонь с неба не спосылает. И целая группа людей, они умирают. Я хочу сказать, что такой образ Божий был у многих людей, и сегодня, в наши дни, многие люди, они очень далеко к Богу, и одна из причин, они не видят и не понимают, кто по-настоящему есть Бог. И я несколько слов скажу о том, что служение Иисуса на земле было сосредоточено на том, чтобы открыть людям истинную природу своего Небесного Отца. Однажды Филипп спросил и сказал: «Покажи нам Отца, и довольно для нас». И Иисус ответил ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же говоришь ты: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне?» В другом месте Иисус говорит: «Я и Отец одно». А что делал Иисус? Помните, толпы приходили к Иисусу, и там есть такое слово: Он всех их исцелил, Он всех их накормил, Он обо всех позаботился. Я не вижу нигде, чтобы Иисус был черствым к нуждам других людей. Я не вижу нигде, чтобы Иисусу было все равно,
до слез, которые проливаются, чтобы Иисус проходил мимо разбитого человеческого сердца. Он останавливался, когда видел горе. Он в действительности любил людей. И любовь эту доказал тем, что умирал просто молча, безропотно на Голгофском кресте. Он не кричал: «Я люблю вас, я люблю вас». Он просто тихо и молча отдавал свою жизнь для того, чтобы мы получили вечную жизнь и прощение. Вот что такое настоящая любовь. И этим он сказал: вот она истинная природа Бога. Вот это настоящее проявление Господа. И то, что было в Старом Завете, это не было истинным проявлением Божьим. Но я явился, чтобы открыть вам и показать вам, кто Небесный Отец. Друзья, это очень важно. У Осии в 3 главе, в 5 стихе, Бог говорит через этого пророка такую мысль. Он говорит, что будет в будущем так, что люди будут благоговеть перед Господом и благостью Его в последние дни. Обратите ваше внимание на мысль «в последние дни». Это означает, что когда мы приходим к концу истории человечества, в последние дни, а мы с вами живем в последние дни, то в последние дни люди будут благоговеть, трепетать, другими словами, перед благостью, перед Его добротой. Что нужно сделать, чтобы ты затрепетал? Что нужно доброго сделать? Не от страха, не от ужаса, не боясь наказаний и судов, а просто ты бежишь к Нему, ты стремишься к Нему, ты хочешь быть со своим Богом. Он такой добрый, что ты даже не можешь представить, Он лучше всех, кого ты знал или о ком ты мог бы подумать. Вот именно это послание, и я верю, должно быть в наших устах. Брат мой и сестра моя, послушай меня. Я не знаю, как ты говоришь о Боге. Я знаю одного человека, который проповедовал о Боге, пугая людей. Конечно, мы знаем, что будет вечный суд. Конечно, мы знаем, что грешники, которые не примут Иисуса, будут наказаны. Но сейчас то время, когда церковь говорит о благости Божией. Сейчас она раскрывает Его настоящую природу. Это природа Бога. Любви. Я помню, как Бог этого проповедника остановил, и впоследствии его проповедь изменилась радикальным образом. Бог наполнит твои уста силою Божией. Ты станешь тем, кто будешь возвещать о благости Божией и о Его любви. Второе слово, которое я хочу дать церкви, это о служении предтечи. И я хочу пояснить, когда в истории человечество, Бог собирался сделать что-то, то, что совсем меняло вообще всю ситуацию в мире, когда большое количество людей должно было погибнуть, и это был Божий суд в старые времена, когда люди все развратились, то перед тем, как совершить это, Бог посылал человека, который был своего рода глашатаем, голосом, который возвещал об этом. Мы знаем, это был Ной. Ной на протяжении 120 лет строил ковчег. И, возможно, его дети смеялись и говорили: «Наш отец вообще сдвинулся». Может быть, им даже стыдно было признаваться, что они дети Ноя, потому что этот старик, как они думали о нем, возможно, ну, просто указывая на него, целыми днями проводит просто вот строя, созидая какое-то строение, верит, что однажды с неба польется вода. В Библии написано, что до этого никогда не было дождя, земля орошалась. И они просто смеялись над ним. А Ной продолжал и продолжал. И говорил: послушайте, если вы не остановите свои греха и беззакония, однажды это прекратится все. Это было служение предтечи. В Новом Завете, перед тем, как Иисус пришел на землю, было такое же служение, которое было поручено Иоанну Крестителю. И Иоанн Креститель, который вышел из пустыни, его образ был очень странным. Когда его спрашивали: «Кто ты?», он говорил: «Я голос вопиющего в пустыне».
Он даже не мог сказать: «Я человек» или «Я мужчина». Он говорил: «Я голос». Вот что сделайте, приготовьте путь для Господа. Приблизилось Царство Божие. Покайтесь. Потому что Он приходит, Он идет, Мессия придет сейчас, я голос. Церковь дорогая, Бог призывает нас быть голосом. Когда Иисус первый раз приходил, Он пришел в смирении, в человеческом теле. Когда Он второй раз придет, написано, что пришествие Его будет видно, как молния. Видна, бывает, от востока до запада, в один миг Его все люди увидят и узрят. И это будет славное, великое событие. Но для того, чтобы это произошло, Дух Божий очень сильно работает сейчас. Очень сильно работает сейчас в умах, в сердцах многих людей. Всех людей, живущих на земле, Дух Божий просто носится и работает. И Его сыновья и дочери слышат вот этот голос, это послание, которое Бог дает церкви, послание последних дней, что мы с вами живем в последние дни, и мы говорим всему человечеству, говорим нашим друзьям, людям, которые окружают нас, говорим всем: приготовьтесь, Иисус скоро вернется. Приготовьтесь, все события, описанные в Библии, в книге Откровения, будут очень скоро происходить. Приготовьтесь, славное пришествие Господне будет очень и очень скоро. Церковь дорогая, мы с вами будем облечены в силу Божию. И как никогда раньше ты будешь удивляться, потому что Бог будет давать тебе необыкновенную смелость и дерзновение. И ты будешь указывать на второе пришествие Господнее. Мы с вами призваны быть голосом, вопиющим в пустыне. Я скажу еще несколько слов о том, что служение Ноя и как предшественника, и служение Иоанна Крестителя, они подобные. И служение церкви последних дней – это служение тех, кто как Ной и как Иоанн Креститель возвещает о пришествии Господнем. Оно тоже подобно. Но помните, что Иисус сказал в 24 главе Евангелия от Матфея? Он сказал, что как во дни Ноя ели, жили, пили, женились, выходили замуж и не думали до того дня, пока Ной не вошел в ковчег. И пока в действительности вода не пошла с небес. И не думали. Посмотрите на поколение, в котором мы живем. Люди сегодня не думают о том, что придет Господь. Такое чувство, что мы здесь навеки. Мы устрояемся, мы цепляемся. Мы хотим побольше заработать, мы хотим получше жить. Мы хотим влияния, мы хотим славы, мы хотим всего здесь. Мы не думаем, наше поколение не думает. Бог призывает тебя стучать в сердца людей и говорить, что время очень и очень коротко. И третье слово, которое я хочу дать, это слово о передаче, о воспитании, о том, чтобы то, что ты знаешь о Боге, не ушло с тобой на небеса. О том, что Бог будет оценивать твою и мою жизнь не столько потому, сколько ты получил, сколько потому, сколько ты передал. О том, чтобы в твоем сердце было место для другого человека. Помните, Бог говорит: «Я Бог Авраама, Исаака, Иакова». И Он продолжает эту линию. Бог начал, может быть, с тобой. Может быть, ты первое поколение, которое противостало проклятию. И, может быть, на тебе остановилось всякое проклятие предыдущих поколений, родовых проклятий. И ты вошел в благословение Божие. Не остановись на этом. Пусть дети твои получат благословение, которое ты унаследуешь. Передай им и передай еще дальше. Есть передача от поколения к поколению. А давайте подумаем о духовных детях. Моя самая большая мечта – передать то, что Бог дал мне за все годы, то, что мы с Наденькой знаем и понимаем, передать молодым служителям, молодым пасторам, передать тому, кто сегодня, может быть, только первые шаги делает, чтобы вы могли подняться на том, что у нас есть. Потому что наследство приходит от родителей. Духовное наследство должно прийти
каждому от духовных родителей. Аллилуйя! Я здесь хочу бросить вызов каждому из вас. Не живите для себя. Не живите для себя. Не делайте дело Божие одни. Всегда берите с собой кого-то. Всегда, всегда вкладывайте свое сердце. Если вы идете хотя бы на один шаг впереди того, кто сегодня покается, примет Иисуса, вы уже можете наставлять. Вы уже можете утверждать. Вы уже можете помогать и передавать. И вот четыре слова, которые я скажу, и мы будем молиться. Вы знаете, перед тем, как я скажу, я хочу напомнить, что в Библии существует 7000 обещаний и обетований. 7000. Кладезь какой. 7000. Даже больше 7000. Ну, знаете, некоторые из нас могут сказать: пастор, ну это здесь, а вот здесь в моей жизни это не так. Я живу, у меня не получается. И у меня возникает вопрос: а почему у меня в жизни получается? Скажите, ну ты благословен. Просто Бог тебя так с детства как-то благословил, такой любимчик у Господа. Да? Вы так думаете? А вы нет? Тогда наш Бог лицеприятен. Меня благословил, а вас нет? Ну я ему не нравлюсь, я же такой характерный, как ему могу нравиться? Вы знаете, что интересно? Бог никогда не смотрит на тебя через призму твоего характера, твоих дел или отсутствия таковых. Бог вообще где-то изнутри, из сердца достает мечту о тебе. И говорит: ты у меня будешь, я тебя благословлю. У меня есть судьба для тебя. У меня есть что-то, что я хочу дать тебе. И чем ты быстрее банкротишься в себе и признаешь, что ты ничего не можешь, тем быстрее я пустой сосуд наполню. Бог просто смотрит на сердце. Мой вопрос: как активировать тогда? Пастор, скажи формулу, скажи секрет. Вообще скажи, как из этих 7000 обетований мне хотя бы парочку и хватит, чтобы здоровечко было, что мы еще просим там, с детками все было хорошо. Пастор, хотя бы два активировать. Скажи ключи. Я скажу вам, знаете, ни ключи и ни формулы. Не работает формула, не работают ключи. Я видел столько формул. 7 шагов, как получить там, не знаю, что-то от Господа. 10 шагов, 12 там и так далее. Я забываю на 5-м шаге, какие были первые шаги, не говоря уже о том, что нужно идти. Я вам просто скажу, как в моей жизни. И я думаю, что это может помочь вам. У тебя может быть по-другому. Но вот чему я научился. 4 слова, и мы будем молиться. Я научился за многие годы моего служения Господу. Я научился, что Бог ждет от меня, послушайте что, абсолютного прощения моих обидчиков и врагов. Я никогда не думал об этом. Сегодня впервые я это озвучиваю. Бог ждет от меня абсолютного прощения. Совсем недавно я пережил большое предательство. И я осознал, что у меня боль. И у жены моей тоже есть боль. Она как-то легче справилась, прошла как-то. А я как-то так, как-то хромая иду. И однажды, совсем недавно, несколько недель тому назад в молитве, я услышал это слово: «Сын мой, я жду от тебя абсолютного прощения». Абсолютного прощения. Полного прощения всех своих бывших, всех своих там, не знаю, обидчиков, начальников, отца, который, может быть, бросил тебя в раннем возрасте или маму бросил. Что бы ни было с тобой, кто-то, может быть, очень жестоко и грубо поступил с тобой. Абсолютное прощение. Это первое слово. Второе слово, которое я хочу предложить каждому из нас, чтобы мы могли войти в это обетование. Это полное послушание. Не частичное, а полное. Это означает: я говорю тебе «да». Помните, однажды Исаия сказал: «Господи, вот я, пошли меня, вот я». Это моя молитва, которая звучит к Богу с 13 лет, когда впервые Он коснулся моего сердца, я сказал: «Вот я, вот я». Это означает полное послушание. Третье слово – глубокое смирение. Здесь труднее, потому что у всех нас есть гордость, свое, как мы считаем, достоинство. И глубокое смирение, иногда платится высокая цена. И Бог вводит тебя в такие обстоятельства, чтобы сокрушить и смирить тебя. И ты просишь: выведи меня, выведи. А он думает по-другому, он думает: нет, я лучше тебя оставлю еще подольше, чтобы ты еще глубже смирился. Глубокое смирение. Я дам вам один текст из Библии. Написано, что Бог гордого видит издали. Мой вопрос: почему гордый не может прийти ближе? Потому что гордого он не подпускает. Он смиренным дает благодать. Хочешь благодать? Глубоко смирись пред Господом. И последнее слово – бескомпромиссное посвящение.
Посвящение Богу не должно иметь никакого компромисса. Я Твой навеки. Я отдаю Тебе все свое сердце. Все тайные, сокровенные уголки моей личности я открываю перед Тобой. Я полностью, бескомпромиссно посвящаю себя Тебе. Это из сердца моего. Абсолютное прощение, полное послушание, глубокое смирение и бескомпромиссное посвящение необходимо, чтобы ты, как я, мог сказать, и я любимчик Господа. Потому что у Бога нет лицеприятия, чтобы ты мог знать и чувствовать и переживать, что эти обетования, они также и для тебя. Здесь только благодати Божией. Здесь течет река Духа Святого. Здесь, знаете, если ты высох духовно, если ты чувствуешь, что ты устал, если ты чувствуешь, что у тебя так много нагрузки, и ты истрепался. Я знаю, что чем дольше мы живем, некоторые люди говорят, моя нервная система подшатанная, так много трудностей. Но я знаю того, кто может освежить тебя, исцелить тебя, вдохновить тебя и быть источником свежести и сил. Я тысячи раз в моей жизни обращался к Нему. Когда я был раздавлен полностью, когда я не знал, что делать, когда я был потерян, когда мне казалось, что небо, оно где-то там на небе, наверное, когда закончу жизнь, там где-то там будет радость какая-то. Здесь так много сложностей, здесь так много проблем. Здесь борьба, 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 борьба. И я обращался к Нему. Он говорил, сын мой, у меня есть покой. У меня есть для тебя свежий источник воды, воды живой. У меня есть слово. И в один миг Он обновлял меня, освежал меня, сбрасывал весь этот груз. И я чувствовал себя снова на высоте, потому что Господь, Господь является моим основанием.